36-й фестиваль «Январские музыкальные вечера» завершился накануне в областном центре. В течение 4 дней ценители искусства могли окунуться в атмосферу музыки и насладиться выступлениями белорусских и иностранных исполнителей. А финал традиционных встреч музыкантов с благодарной брестской публикой стал, как и полагается, приятным завершением культурного события зимы. Подробности в материале Романа Аншица. Уже традиционно церемонию закрытия фестиваля «Январские музыкальные вечера» сопровождает заслуженный коллектив Беларуси «Симфонический оркестр» Молодечнинского государственного музыкального колледжа имени Огинского под руководством Григория Сорока. Как отметил прославленный дирижер, фестиваль, ставший уже визитной карточкой города над Бугом, позволяет наслаждаться самым универсальным средством взаимодействия между людьми. Сначала люди еще там, еще на работе, еще в проблемах. И потом, что сделала музыка? Это, ну и, конечно, когда мы выезжаем за границу, как говорится, музыка без переводчика, от души к душе. Приезжаем в Испанию, на тебя смотрят сначала чужие люди. Кто такие тут приехали, что, как-то так, понимаете? И что потом происходит без всяких слов после музыки в конце этого действия? Уже какие глаза, какие эмоции и так далее. То есть музыка – это… большая сила воздействия на душу человека. Музыка – это поток энергии, вдохновляющий и меняющий каждого, кто ее слышит и пропускает через душу. В том, чтобы делиться этой энергией, и видят свою задачу артисты. Арию Тореадора исполнил уже знакомый гостям фестиваля грузинский баритон Маму Каламидзе. Многие артисты не первый год посещают Брест, чтобы принять участие в празднике музыки. В Бресте я первый раз, но мне очень приятно встретиться с новыми людьми, пообщаться с помощью музыки, с новым оркестром. Страна, которую я очень люблю, которую уважаю, не первый раз в Беларуси. Первый раз я была на Славянском базаре. Я играла вместе с песнярами. А в июне я играла в Минске с саксофон с органом. Ну и вот сейчас я в Бресте. Хотела бы сказать очень-очень прямо, а именно то, что вся наша жизнь есть любовь. 36-й фестиваль «Январские музыкальные вечера» завершился, но музыка и исполнители, ее подарившие, навсегда останутся в душах и сердцах благодарной публики. Роман Аншиц, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».